Мир, в котором мы живем, удивительное место. Тут много разных людей, разных культур и множество прекрасных языков. Но порой возникает языковая путаница. Хотя некоторые слова пишутся одинаково, они могут означать совершенно разные вещи. Ну вот, например, это слово. На английском оно означает «подарок», но по-немецки это «яд». А это слово по-итальянски значит «сливочное масло». И «осел» на испанском. В английском это вкуснейший солодовый напиток, но в голландском это «медведь». А что, если мы вам признаемся, что знаем о том, как можно легко и просто распрощаться с такой путаницей? Платформа Access University стала партнером компании Rosetta Stone, чьи программы на протяжении последних 20 лет помогают миллионам людей учить новые языки. И делают изучение иностранного языка легким и веселым занятием. Rosetta Stone работает с уникальной технологией, благодаря которой вы мгновенно получаете отзыв на свое произношение и таким образом можете его улучшить. И предлагает методы, с помощью которых вы сможете понимать информацию, а не зубрить длинные списки слов. Не успеете оглянуться, как вы уже будете говорить на другом языке. Вообще-то, Access University предлагает вам для изучения целых 25 разных языков. Поэтому, где бы вы ни были в мире, вас всегда правильно поймут. Позвольте Access University стать мостом между вами и новыми людьми и удивительными культурами, чтобы мы смогли познавать этот поразительный мир вместе. Access University – ваш партнер в онлайн-обучении. Начните учить новый язык уже сегодня!